замечательный пример муниципально-частного партнерства со стороны муниципального угла этого треугольника, муниципальное учреждение культуры Сочинское концертно-филармоническое объединение, которое выполняет роль редакции. Это значит, что наш коллектив, информационно-издательский отдел, которым руководит Олег Косихин, Лариса Остренко и лично я, принимаем ответственность за содержание этого ежемесячника. Учредитель, лице руководителя частного учреждения культуры, что тоже само по себе чрезвычайно редко, с таким интересным названием «Арт-икон», и издатель «Адвентика», общество с ограниченной ответственностью. И каждая из организаций, которая несет свою ответственность за эту историю, четко выполняет свои обязанности. И таким образом вот этот треугольник обеспечивает ежемесячный выход вот этого свода информации о культурных событиях в Сочи. Спасибо вам большое всем, кто пришел к нам, всем, кто участвует в этой истории, размещает рекламу, носит свои тексты, приносит свою информацию. Хочу сказать большое спасибо, как обычно, традиционно, Владимиру Васильевичу Мишарину, потому что с его легкой руки сегодня состоялась здесь наша великолепная встреча, здесь в памятнике архитектуры на берегу моря. И уже традиционно, уже могу сказать, что да, уже это традиционная встреча, которая приурочена к выпуску очередного журнала «Афиша». Мы в этом выпуске постарались сделать, объединить все самые интересные события для вас. Очень хочется сказать, поблагодарить всех постоянных партнеров, которые здесь в нашем журнале постоянно с нами занимают свое основополагающее место. Хотим представить новый репертуарный план Зимнего театра на октябрьский месяц. Хотим поблагодарить всех тех, кто у нас проводил все гастроли в сентябре месяце. Сегодня это международный балет мира. Сегодня представители дирекции фестиваля здесь с нами. Для вас будет сделан прекрасный сюрприз для всех гостей, которые также сможете посмотреть на страницах нашего журнала всю полную афишу значимых мероприятий города Сочи. Bésame mucho.